централизованном тестировании по русскому языку 14 июня приняли участие более 78 тысяч человек. В Солигорске эта цифра составила около 97% из числа записанных. Это самое большое количество из всех ЦТ и объясняется тем, что все абитуриенты обязательно должны сдать один из государственных языков – русский или белорусский. Завтра, 16 июня, показывать свои знания ребята будут по обществоведению. Напомним, что испытание проходит с 13 по 27 июня. Резервный день прохождения централизованного тестирования по всем учебным предметам будет проходить в БГУ 5 июля. Заготовка кормов для крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района продолжается. Самые большие площади задействованы в этом процессе в райагросервисе и открытом акционером обществе имени Коржа. Кроме этого, земледельцы предприятий агропромышленного комплекса активно заготавливают и сенаж. Труженики СХЦ «Величковичи» и открытого акционерного общества «Ланьские и краснодворцы» в числе лучших. По оперативным данным ОСВОД с начала года по 13 июня 2016 года в республике утонуло 99 человек, 6 из них несовершеннолетние. Печальная статистика погибших от утопления по Минской области – 13 человек. В Солигорском районе их нет. И немного обнадеживающей информации. За отчетный период было спасено 141 человек, из них 29 несовершеннолетних. А также за нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено 7105 человек, 1357 из них – несовершеннолетние.